Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса открыла поликлиника номер 4 в торговом центре «Пушкаревское кольцо». Пункт разместили на втором этаже. Совместить сразу несколько дел одновременно стало вполне реально. Пока дети отдыхают на игровой площадке, их родители в перерыве между покупками могут получить необходимую дозу вакцины и не переживать о возможном заражении COVID-19. Цель максимально проста – охватить как можно больше людей, вакцинировать и избежать новых вспышек заболевания. В торговом центре уже привились первые желающие. Знаете, я езжу по всему Поволжье, командировки, встречаюсь с людьми. Вот поэтому уже давно мечтал, хотел, как говорится, и хочется, и колется. Вот сегодня все-таки решил. Вот скоро у нас у татар начинается сабантуй, и начинается с мая по июль. Ездить будем по всей России, поэтому там общаюсь с людьми, поэтому страшно было. Поэтому все-таки я решил, никто не уговаривал, конечно, вот сам решил. Что сейчас появилась такая возможность прийти в торговый центр и практически сейчас вот небольшая у нас очередь сделать вакцину. Позаботиться о своем здоровье. Главный врач 4-й городской поликлиники Наталья Фомина не понаслышке знает о главной болезни прошлого года. Она проследила за ходом вакцинации, отметив, что единственной эффективной мерой защиты на сегодняшний день является прививка. Кто перенес это очень тяжело, реанимацию, палату интенсивной терапии, искусственную вентиляцию легких, это очень-очень тяжело. Это очень тяжелая инфекция, очень непонятная инфекция. Поэтому все, что необходимо сделать, чтобы не заболеть, это необходимо привиться. Это должны понять все. Получить вакцину ульяновцы могут ежедневно с 12 до 19 часов, включая выходные дни. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность для оформления сертификата о прививке. В планах открыть подобные пункты и в других торговых центрах города. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.